домах происходит. У нас чем беднее человек, тем он чище, чище становится. А сейчас он, каждый там гонки, это вот гонка есть вооружение, вот сейчас. А это гонка вот это как, вот это вот, крутизны называется. Вот крутизны. Вот я как иду в таких, ох, таких шикарных, ничего. А другой там на мотоцикле на заднем колесе едет, знаешь. Потом, ну, да всякую херню. Там, вон, да даже сейчас спорт-то какой-то пошел, да, что люди грохаются и убиваются просто-напросто в этом спорте. Такие крюки, такие делают. Да нахер они? Для чего это? Зачем? Это ради денег такой спорт делают. Ради денег. Там все наживано. Так вот и делать, и убивать. Вон там какая-то девушка на спартакиаде тоже он согнулась, да. Ну вот. Вот и делайте, стремитесь вот к этому спорту противному. Да. Ну, потому что да там вот сейчас скоро такой спорт появится. Гладиаторы. Вот гладиаторы там убивать будут скоро. Он был спорт. Это восстановится спорт. Этот спорт будет. Да и сейчас вон на Украине. Вот как раз спортивные состязания там идут. Друг друга грохают, убивают. Вот это тоже спорт. Это тоже политика. Нормально. Вот и делитесь между собой. Вот. И я не знаю, что...